think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной роллинг на немецком сервере под коллекционера. На немке нестандартный сервак и нестандартный коллекционер. Конечно, он намного круче, чем на русском. Если вытащим мастера рун, получим сразу же скин. Плюс самое основное, если вытащить хранителя 20 монеток. Потом эти монетки можно нормально обменять. Так, командорка, ну, в принципе, самое основное, что здесь слизней нет. Вот это печаль. Так, у нас бездонатный аккаунт, то есть доната 0, полностью накопленные самоцветы. В принципе, неплохо, без гильдии, поэтому гильдию рекламировать не будем. Это радует. В общем, поехали, посмотрим, что у него по героям. И начнем выбивать имба героев. Хотя после обновления герои падают очень хреново. Так, 78-102, немецкий бездонат. Розы нету, но у меня уже роза есть. Наверное, недавно начал играть, хотя силы, в принципе, 209к. Блин. Не, ну это, конечно, жестко. А розы до сих пор нет. Сейчас чекнем, что у него по осколкам. Такс. 1, 4, 72, 8. Ну, такое себе. 8, 12, 39, как у меня, в принципе. Но у меня уже роза собрана. 137 осколков. Такое. Такс. Окей, поехали дальше. Фобушка, понятно. Надо фоба. Мастер рун. Зефира нет. Королева ос. Лазуля. Оккультист. Землеройка. Свален. Махатма. Ну, поехали. Поехали испытывать удачу. Сука. Кто не поймет, посмотрите стрим. Так, сразу же Джамбир и Калипсо. Ну, неплохо. Неплохо. Мишанька. Малышник. Самое интересное, что здесь нету заслизни. На всех серваках есть, здесь слизняки просто по сути не нужны. Ика. Бля, вот кто смотрит видос, те просто вот не поймут самого главного, почему я ржу. Но самое главное, чтобы у нас сейчас удался роллинг. Все остальное это фигня. Такс, пандочки пошли. Бля, что за прикол? Вала-вала. Просто какой-то трэш после обновление ни хрена на серваках не падает. Но зато здесь есть ухник уже. Какой у него прорыв? 25-й прорыв. Нифига себе. Нормально. Нафига ему роза? Такс, поехали дальше. Фараон. Дракос. Блять, ну где нормальные герои? Ну чё за прикол? Арташка, Эспирита. Не, это жизнь, боль. Всё, блять, а вот теперь этот аккаунт полноценный аккаунт. Ну, уже полноценный, в принципе. Единственное, осталось Зефира дособирать с таких героев, которые будут тащить. Ну чё, поздравляю. Феня есть. Так, ну у нас еще надо оккультиста землеройку затащить. Как минимум.
Бля. Ладно, рулим дальше. Такс. Ладно, и призрак. Тыковка. Плант. Прикольное название, конечно, героя. Особенно панды. Так, окей. Ну, я считаю, даже 40к потраченных ради фена, это отличная трата. Потому что Феникс — это один из топовых героев. Фобушка, пожалуйста. Паладин, блин. Нам бы хранителя, вот нифига себе. Офигеть, сколько здесь слизней падает. И просто тупо ни одного героя мы отсюда не вытащили. Ни командору, ни хранителя. Дофигища слизней и нифига толком с остальных героев с коллекционера. Ну, я не знаю, жестко, конечно. Такс. Ну, сейчас еще раз чекнем Фоба ему. Фоба. Заебок. Просто кайф. Еще бы оккультиста вытащить. Ну, 2500, Леди Лео. Сука. Ну, хоть за 150 последних, как обычно, Лего выпало. Ну что, поздравляю. Два недостающих, по крайней мере, пен однозначно на таком аккаунте. Плюс, сейчас посмотрим героев. И плюс Фобушка. Тоже обалденный герой. Ехали, чекнем героев. Я надеюсь, не десятая, хух. То я уже распереживался, что будет сейчас просто трэш. Девятая. Так, Бугич. Ну, Бугич вполне, очень даже ничего. Оживу, конечно, качать не надо. Командорка. Ну, бас такое себе. Ну, в принципе, относительно нормально. Тыковка, что, исцеления нету на аккаунте? Да ладно. Я у себя вытащил исцеление. Да и здесь есть исцеление. Ну, хотя, в принципе, воодушка и исцеление. Да, уже на максимальных топах там уже разница будет. А так, в принципе, и то нормально. Исцеление, наверное, стоит эмблемой. Да. Такс, Бигфутик, Каменка, ну, наверное, старая сборка. Рейка. Как вариант, в принципе, утекание. Еще, наверное, обряд. Три отхила сразу. Раз, два, три. Ну, тоже, в принципе, интересный вариант, но это все блокируется недомоганием. Осьмик, десятка, неплохо. Блин, для бездоната воодушка СО, для бездоната это еще один огник, бля, ну, конечно, так можно жить, чтобы на русском так бездонаты жили. Так, отлично, ожива, хорошо, ну, тут бог войны нафиг не нужен, надо ставить стойкость, как минимум. Тоже каменку надо убирать. Это прошлое, это старый, наверное, аккаунт, потому что... Хотя, если старый, должна быть роза, по идее. Странно, что розы до сих пор нету. Так, ну тут пошли обычные уже герои. Ну, блин, для бездоната... Ремочный Атлантик. Для бездоната это, конечно, космос. Все, дальше пошли обычные герои. Мишаня тоже где-то недавно только выбил, судя по всему.
Так, окей. Так, ну чё, фен. Конечно, ремочка. Так, где там наш фобушка? Ожива. Ожива, ожива. На Феникса у него скина нету. К сожалению. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Кому непонятно, почему я ржал, заходите, просматривайте стрим. Всем удачи, всем пока.